olmaydık nurluk camalın Meptun kıldı mendekni Şirin külken kapkara közürüm Şey takıldı könlümni Buldu nazlanma sende bu künün Mengü kaldın şürekte Мен Мэжнуном, мен сен Лейлен Булган. Салам алейкум, девочки. А сегодня я еду на встречу с Нурией, кто ее смотрит, Нури Блог. А сегодня хотим с ней посидеть, наконец-то. Она уже давно прилетела с Шотландии. И вот сегодня только выбрали время, потому что у меня тоже столько дел, у нее там. И, в общем, сейчас едем, посидим с ней в кофейне, и, наконец, вживую с ней встретимся. Нуриюшку я пригласила в такое прекрасное место, куда мы с Анваром любим ходить. Это кофейня Клевер. Я ей давала несколько ссылок, выбор которых она должна была взять, но в итоге мы с ней решили, что придем в Клевер, потому что здесь спокойненько, уютненько, можно посидеть, поболтать. В общем, буду ждать сейчас ее. Я заранее забронировала столик с такими интересными стульями, чтобы нам никто не мешал. Так вот, видите, они закрыты. Небольшие гостинцы взяла Нуриюшке. Сейчас она приедет, будем что-нибудь выбирать. Прям очень хочется вживую увидеться. В общем, я решила сама пока заказать на свой вкус салаты, потому что Нуриюшка опаздывает. Заказала чай ягодный, а салат, получается, Цезарь заказала и киноа-салат. Вот, я знаю, что Нурия вообще ппшница, но сегодня я ей не дам быть на пп. Вот, наконец, дождалась нашу гостью, Машала. Всем ассалам алейкум. В жизни ты вообще такая миниатюрная. Серьезно. Машала. Все, мы будем сейчас сидеть, болтать. Потом расскажем, как все прошло. Обязательно. Мы зашли сейчас на Масхану прочитать намаз. Ну все, девчонки, мы так классно посидели. Уже время 11 ночи. Пролетело очень быстро. Да. Этого нам мало. Да, и мы кое-что придумали, но об этом попозже, да? Да, кое-что придумали, да, именно. Да, в общем, вот, сейчас уже такси за нами приехало, и мы прощаемся. Ну все, я уже дома. Посмотрите, какой красивый букетик цветов Нурия мне привезла. Очень приятно. И также еще такая вот большая коробка, подарочный такой пакет. Тут много чего интересного. Завтра уже покажу, что там было. В общем, мы с Анварем решили, что распаковка будет сейчас. Наши детки спят, поэтому я снимаю тут на стуле. Будем смотреть, что же здесь. Все вытащу и покажу. И вот столько всего здесь было в этом подарочном пакете. Огромное спасибо, Нуриюш. Тут очень много сладостей. Таких, например, я не видела у нас. Таблероны. В общем, все для сладкоежки, как я. Будем кушать мои любимые Риттер Спорт шоколадки. И, конечно же, такие сувениры Шотландии разные, да? Магнитики там, подносик, брелочки. Такие магнитики для холодильника очень красиво, смотрите, переливается. В общем, все буду использовать, вспоминать Нурию. Все очень-очень мне нравится. У меня что-то телефон не фокусирует. Шотландия написано здесь. В общем, все-все-все такое классненькое. Также здесь еще вот такие вот какие-то крема, я еще не смотрела вообще, для чего они, нужно переводчик включить, Luxury Hand Cream Set, в общем, кремов таких, огромное спасибо за внимание такое, деток своих, семью свою угощу шоколадками, скажу от Нуриюши, в общем, вообще супер все, мы посидели с Нурией целых 5 часов, и этого нам было мало, мы вот обсуждали что-то, и знаете, я домой такая пришла вся наполненная сил, энергией, мотивацией, потому что не с каждым человеком, которым встречаешься в первый раз, бывают такие ощущения. Я вот пришла прям такая, знаете, заряженная. Иншаллах, я надеюсь, что мы еще не раз с ней встретимся до ее отлета.
И я прям Всевышнего прошу, чтобы он меня окружил такими же людьми, от которых в моей жизни будет больше позитива. В общем, огромное спасибо Нуриюше за то, что она сегодня пришла, за то, что мы с ней встретились. И, конечно же, Всевышнему спасибо за такие знакомства. В общем, мой блог познакомил нас с Нурией, и мы прям очень хорошо посидели, как родные прям друг другу. Ну, я могу говорить бесконечно, конечно. Одно и то же, наверное, сегодня много раз сказала, но это от эмоций, девочки. А вам огромное спасибо за просмотр. И скоро будет очень интересная информация, которая пришла мне в голову. Но я, конечно, с радостью меня поддержала, но об этом чуть позже. قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا غفار فإذا بكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وخاب لما تصبر ما كان البلاء إلا امتحان للصبر عواقب جشع العالم ظاهرة تؤلم وعسى أن تكره الخير دون أن تدرك من أسى فاني لروح طاهرة تؤمن تفرج على امرئ من حيث لا يحتسب فإن كان لليأس مدرسة فلا تنتسب الشرك الرزق الحرام لا يكتسب انحني مع طقوس الزمن لكن لا تنكسب قل يا ربي يا سميع تكبر وحزنك يصغر يغير لا يتغير لما تجف روحك قل يا ربي يا رحمن سترى السماء تمطر رزاقا لا